Сражение на Триплекс Галатеи явилось образцом военного мастерства Темных Ангелов, и это при том, что Первый Легион еще только наращивал группировку войск в системе. Лефаль Джонсон не собирался раскачиваться на длительную осаду, рискуя дождаться тем самым вражеских подкреплений с Фола. Отказался он и от традиционного штурма. Вместо этого, сбросив крупные силы Крыла Смерти и обрушив ураган десантных капсул и кораблей в самое сердце центрального храма Кузницы Галатеи. Верные своим клятвам, легионеры Крыла Смерти зачистили и удержали плацдарм внутри кузниц, заплатив собственной жизнью во имя безопасной высадки для следовавших за ними воинов. Вторую штурмовую волну Темных Ангелов возглавили адепты Крыла Ужаса, терминаторы и изничтожители выжигали плазменным огнем все в пределах видимости, продвигаясь вглубь храмов. Подобное осквернение выманило основные силы механикум на поверхность. Галатея и ее старший брат Фол сыздавна экспериментировали с запретными технологиями и темными формулами, подрывая могущество Марса во имя незримого увлечения собственной мощи на самой окраине Империума. И вот теперь, оказавшись на грани погибели, они открыто высвободили эту силу. Возвышающиеся автоматоны неведомой конструкции пробивали разрывы в реальности с помощью колдовского лучевого оружия и обрушивали на темных ангелов сырую энергию варпа, вынуждая легионеров переходить к обороне. В связи с этим Лефаль Джонсон воззвал к древнему протоколу действий Икарос и приказал магистрам арсенала пробудить Эксциндио, что дремали в глубочайших стазис-хранилищах непобедимого разума. Хорус совершенно оправданно опасался Первого Легиона, ибо воины его более других были одарены самим Императором. Доподлинно известно, что именно космодесантники Темных Ангелов первыми получили боевое крещение, ликвидировав сепаратистов из числа оставшихся громовых воинов, что подняли мятеж еще во времена, предшествующие Великому Крестовому Походу. Механикум же всегда были бьющимся сердцем военной и промышленной базы, обеспечивающим производственную мощь, что вооружало и поддерживало армии Великого Крестового Похода, а их широко раскинувшиеся миры кузницы, шестерми, вокруг которых вращалась кампания по освобождению галактики. Без техножрецов Марса Великий Крестовый Поход не состоялся бы, ибо механикум стали неотъемлемой частью планов Императора. Тем не менее, особое положение Марсианской Империи также оставалось величайшим угрозой за многие годы до того, как Хорус обратился к предательству, ибо механикум держались в стороне от строгого порядка, установленного Императором, и пользовались известными вольностями. Среди всех институтов Империума лишь они по-прежнему в открытую поклонялись Богу, работали в соответствии со своими собственными ритуалами и исповедовали догматы, имевшие мало общего с имперской истиной. Хуже того, если бы механикум посмели восстать против Императора, они разожгли бы пламя войны силой своих собственных грозных армий и обратили технологии Великого Крестового Похода против его слуг. Подобный конфликт ознаменовал бы конец Империума. С целью противодействия подобной угрозе Император в мудрости своей разработал ряд планов на случай непредвиденных обстоятельств, часть из которых остается тайной и по сей день. Среди тех, что стали достоянием истории, наиболее ужасным можно по праву считать протокол действий Икарос. Онная директива, состоявшая из двух отдельных пунктов, была доступна только Льву Эль Джонсону и воинам Темных Ангелов. Первый из них представлял собой имперский ордер, согласно которому темным ангелам даровалось право хранения определенного числа реликвий из периода истории, известного как Древняя Ночь. В то же время их применение другими структурами Империума оказывалось под запретом в связи с опасностью и нестабильностью. Лежавшие в их основе технологические чудеса слабо походили на марсианские. Более того, они обладали устойчивостью к уловкам техномагов и придавали анафеме их боевые машины. Второй пункт, стань он достоянием общественности, послужил бы достаточной причиной для начала войны, которую Император стремился избежать, поскольку он даровал Льву Эль Джонсону и его Астартес право на осуществление превентивных боевых операций по нейтрализации элементов механикум, которые были признаны несоответствующими нуждам Империума. Известно лишь, что последний пункт протокола действия Икарос был использован всего лишь 8 раз за всю историю Империума, хотя детали большей части этих инцидентов остаются запечатанными в хранилище Темных Ангелов. Доподлинно известно, что столкновение с механикум Триплекса остается единственным открытым признанным случаем применения второго пункта, но отнюдь не последним.
ибо лев не остановится перед лицом поглотившей империум открытой войне и вынесет приговор гораздо большему количеству миров кузнец, которые признает несоответствующими нуждам империума. На свет вышли 12 кошмаров, выморанных со страниц истории и темнейших ужасов древней ночи на Терри. Громадные, высеченные из керамиты и стали фигуры, увешанные орудиями, что были запрещены к использованию указом самого императора. То были Эксциндио, последние из силика анима, которые когда-то были чумой золотой эпохи человечества, искалеченные и обязанные служить под началом льва, если у механикума хватит глупости развязать войну против империума. Эти создания, иммунные грубой кибернетике властителей кузнец, разрывали творения падших магосов, что со временем будут называться темными механикумами, запретные искусства, с помощью которых в незапамятные времена появились Эксциндио, многократно превосходили неуклюжие потуги зарождающегося культа Галатеи. В течение нескольких недель Первый Легион проводил систематическую выбраковку уцелевших автоматов и техножрецов, избавляясь от следов, спущенных против сыновей Льва запретных технологий. Нетронутыми остались лишь орбитальные верфи, способные послужить на благо Империума в будущей войне и помочь отремонтировать флот Темных Ангелов после потерь, полученных при захвате Галатеи. Завершив окончательное уничтожение этого мира, Лев двинул свои силы к Фолу, наиболее крупному из трех миров кузнец Триплекса и последнему уцелевшему. Приблизившись к планете в полном боевом построении, Темные Ангелы ожидали увидеть готовый к сопротивлению мир, но сражение за Фол закончилось еще до прибытия Первого Легиона, когда наиболее ортодоксальные из оставшихся магосов предали мечу своих братьев-отступников и безоговорочно капитулировали перед Львом. Служители Амнисии ценили только свое выживание, и добиться его было гораздо проще не упорным неповиновением, а принесением в жертву немногих своих собратьев. Точно так же и Лев ставил прагматизм выше мелочной мести, прекрасно осознавая ценность мира кузницы вроде Фола для Империума и любой кампании, что начнется в Трамасском секторе. Эль Джонсон принял капитуляцию мира кузницы, оставив Мадрук Седраса вместе с гарнизоном грозных воителей Крыла Ужаса, чтобы те управляли планетой от имени Льва и утоляли голод Первого Легиона, пока он ведет войну во славу Императора. Развернувшийся театр военных действий представлял собой безумную головоломку беспорядочного разорения восточной окраины. В связи с этим первоначальное продвижение вглубь сектора Трамас осуществлялось с величайшей осторожностью, чтобы уберечь воинов Первого Легиона от засад и других неожиданностей. В распоряжении Эль Джонсона находилась мощная группировка в составе 70 тысяч темных ангелов, вдвое больше войск поддержки и силы трех гемилегио, представлявшие собой различные легионы Титаникус. Прославленный примарх предпринял внезапный удар всего лишь по двум системам, ключевым мирам, которые были Шиотеи и Аэлис. Оба мира уже несколько раз переходили из рук в руки в ходе боевых действий, будучи в равной степени жизненно важными связующими звеньями между секторами Агида и Трамас, а также ключевыми транспортными линиями вокруг зоны отчуждения Горнила. Планомерно проводя зачистку от ячеек Повелителей Ночи, Легион собирал под свои знамена потрепанные полки Ночной Стражи и силы планетарной обороны, воспрявшие духом после прихода Льва в систему, тем самым усиливая мощь воинства прославленного примарха. Далее Темные Ангелы нанесли удар по ближайшим мирам, стараясь не углубляться слишком далеко и не распылять свои силы. И лишь у Горнила натиск темных ангелов сбил темпы, ибо Легион слишком уж сильно растянул свои ряды в стремлении защитить дюжину освободившихся миров. Если бы Лев Эль Джонсон продолжил наступление здесь, силы его сыновей и союзников оказались бы уязвимы перед контратаками Повелителей Ночи. Сердце восточной окраины все еще оставалось в когтях ночного призрака, в то время как костяк 8-го легиона продолжал удерживать Трамаза железным кордоном, а окраины Гульгарада все еще пылали огнем войны. Внезапными нападениями на Верстун в секторе Эгида открыли второй фронт, однако в скором времени сыны Льва увязли в боях против мятежных орд, собравшихся на Мемлоке и на обширных просторах туманности Гераклит. Сражения разгорелись на территории четырех различных секторов, десятки миллионов воинов уничтожили. Сражали друг друга в добрые сотни различных активных зон конфликта. Наступил кровавый паритет. Темные ангелы более не располагали достаточной численностью для осуществления прорыва, будучи не в силах бросить отвоеванные миры. В Легионе Повелителей Ночи проблемы были другого характера. В первую очередь, это излишне рассеянные силы, не способные отбросить верных трону кузенов. Во-вторых,
наметившийся снарядный голод, бесконечные набеги и нападения на Трамас дорого обошлись повелителям ночи. Пускай боевые потери были невелики, после потери Триплекса восполнить потраченные боеприпасы оказалось практически невозможно. По приказу Безликого Принца, как прозвали Накридатола его собратья после бегства с Трамаса, повелители ночи взяли систему в кольцо блокады, не давая ни одному чужому судну войти в систему или покинуть ее, покуда продолжалась осада. Это был максимум, так как для взятия планеты пришлось бы снимать силы с других фронтов, чем неминуемо воспользуются командиры Темных Ангелов. Однако главной проблемой был сам Легион. Все больше умелых командиров погибло, оставляя подразделения на разнузданное отребье последнего призыва. Иерархия цепочек командования разрушалась. Субординация уходила в прошлое. Все чаще в Легионе встречалось прямое неподчинение приказам. Но самым страшным стало отсутствие единой стратегии и понимания того, как вести эту кампанию. Ночной призрак своими действиями только усугублял положение. Однако в Легионе еще сохранилось старое ядро ветеранов. Опытнейшие бойцы, способные лишь только своим присутствием восстановить порядок, вернейшие из сыновей ночного призрака, воители Сиватар и Анрик Барбатос, изо всех сил старались обуздать манию своего господина и не допустить ситуацию, при которой восьмой оказался бы втянутым в заведомо гибельную конфронтацию с основными силами темных ангелов. Посредством осторожных предложений и прямой замены его зачастую противоречивых распоряжений, они превратили жажду смерти Кёрза в средство пополнения запасов своего войска и ослабления первого легиона постоянными набегами. Вдоль линии фронта основные силы повелителей ночи продолжали наносить удар за ударом по оборонительным линиям противника, сконцентрировавшись на уничтожении или захвате складов припасов и транспортных судов вместо попыток завоевания территории или атак против крупных сил врага. Было очевидным, что так долго продолжаться не может. Лефель Джонсон точно проломит это хрупкое равновесие, а безумие Кёрза лишь ускорит этот момент. Однако вместо того, чтобы позволить непредсказуемому безумию ночного призрака довести легион до беды, ветераны старого легиона приняли решение обратиться к полуночным договорам. Многие были раздосадованы многочисленными мелкими предательствами, всплывшими во времена войны, и вольностями, которые допускали все легионы для того, чтобы заполучить преимущество над другими. Хорус создал свою сеть верноподданных. Ларгар нашел новых богов, а Жильман построил собственную империю. Ночной охотник не стал исключением. И его легиону, в отличие от остальных, всегда недоставало благосклонности со стороны великих миров Кузнец Механикум и десятинных флотов нового Империума. Восьмой предпочел решать проблему ограниченного снабжения собственными методами, в том числе и полуночными договорами. Это были сделки, заключенные Конрадом Кёрзом с бесчисленным количеством скрытых на темной периферии планет, за которыми должны были надзирать повелители ночи. Подобно легиону Кёрза, эти миры не особо жаловали строгих законотворцев Великого Крестового Похода. Вместо того, чтобы разобраться с ними огнем и кровью, еще сильнее ослабляя легион, пока Дорн и Жильман набирали силу благодаря выстроенным империям, Кёрз последовал иным путем. Планеты, которые согласились принять его как правителя и расстаться с частью своих богатств, уплатив дань напрямую повелителям ночи, в форме ли воинов или машин, ночной охотник спас от угрозы уничтожения. Иронично, что там, где император приказал предать миры смерти за грешность технологий или непростительные в его глазах гены, Конрад Кёрз предложил жизнь. Именно благодаря промышленности скрытых миров вроде Улан-Худы, повелители ночи усилились последние годы Великого Крестового Похода. Многим фракциям, заключившим пакт полуночного договора, не было места в жестоких рамках будущего, что творил император, и которые, тем не менее, могли предложить свою силу повелителям ночи. Среди них были породы недолюдей, скитавшихся вдоль границ человечества, грабители и безумцы, охотившихся на своих собственных собратьев, и миры-кузницы, чьи доктрины оказались неприемлемы для Марса. Ночной призрак сохранил в тайне их существование, как и многих других незаметных на темных уголках звездных карт, составленных Великим Крестовым Походом, потребовав в обмен лишь клятву верности.
Маленькие разведывательные корабли с наиболее верными экипажами и надежнейшими бойцами легиона отправились к далеким и скрытым звездам. Многие из этих кораблей оказались потеряны. Кого-то искалечили набирающие мощь варп-шторма, бушевавшие в регионе. Другие оказались перехвачены и уничтожены быстроходными катерами темных ангелов или трамасскими крейсерами. Однако части из них удалось достигнуть пунктов назначения и передать призыв повелителей ночи. Звероподобные воины Тарука, испорченные кузены более распространенных огринов, когда-то были выведены давным-давно вымирающим анклавом человечества в качестве ударных войск и живого оружия. Теперь они превратились в подразделения поддержки для штурмовых рот повелителей ночи, атакующих позиции темных ангелов, и скот на убой для измотанных орудий первого легиона. На передовую хлынули легионы каннибалов с Глобро, боевые псайкеры с затерянных лун Текса и еще дюжина других искаженных созданий, каждый из которых все сильнее истощал силы Льва Эль Джонсона и замедлял продвижение первого легиона. Последними из прибывших игроков оказались воины братства расколотого щита Чимкин Хана. Отряды белых храмов, странствовавших в далеких регионах, когда Хорус развязал свой мятеж, они вырвались в реальное пространство вблизи Нострома в полном неведении относительно того, что происходит в Империуме. Повелители Ночи поведали им о приказах магистра войны восстановить мир на восточной окраине и усмирить затаившихся там предателей. Несмотря на тот факт, что Чимкин Хан и легионеры его братства были ветеранами Великого Крестового Похода, им доводилось слышать разве что легенды о Первом Легионе, об их несравненной гордости и множестве тайн, бережно оберегаемые от иных легионов. Выбор между сыновьями Льва, с учетом всего вышеперечисленного, и верностью магистру войны показался Чимкин Хану предельно простым. В благодарность за обещанные ему припасы, он предложил свой клинок повелителям ночи и велел направить свои корабли к точке рандеву с ночным призраком. Получившие последнее усиление в облике приблизительно 3000 ветеранов Великого Крестового Похода и 6 кораблей капитального класса, повелители ночи обрели достаточно могучее воинство, чтобы рискнуть бросить вызов темным ангелам в открытом вооруженном противостоянии. И каждому из подразделений 8-го легиона была послана весть: ночной призрак готов отправиться навстречу со своим братом. Баланс войны изменился, по всему чувствовалось приближение бури. Первыми ее признаками стала волна атак по всему сектору. Завывающие толпы солдат-рабов и ударных войск из числа абхуманов обрушились на каждый из удерживаемых лоялистами миров при небольшой поддержке оставшихся предателей. У аксилариев Повелителей Ночи практически не было шансов уцелеть в столкновении с темными ангелами, так что ими пожертвовали исключительно ради того, чтобы позволить крейсерам 8-го легиона провести наблюдение за высадкой с орбиты, оценить силу врага и истощить его запасы. Видя начало широкомасштабного наступления Кёрза, Львом были отправлены корабли в поисках подкреплений у старых баз Великого Крестового Похода на Тигрусе и Гоноруме, но те не сумели вернуться назад, а возрастающие вследствие гибельного шторма волнения в эфире лишили примарха возможности связаться с теми из его братьев, которые, как он надеялся, остались верны своим клятвам. Затем облаченное в полночь воинство нанесло свой удар, обрушившись на полдюжины миров. То, что происходило на поверхности атакованных планет, было полной противоположностью набегов, которые темные ангелы отбивали прежде. Повелители ночи начали полномасштабную войну, практикуемую легиона со Стартос. Яростная атака с применением подавляющей огневой мощи, целью которой было банальное уничтожение живой силы врага. Используя данные, собранные во время предшествующих атак, три полные ордена 8-го легиона высадились на Ченро. Блестящее знание оборонительных позиций неприятеля позволило им избрать опорные пункты сынов Льва в качестве первоначальной цели и заставить их перейти к обороне. Вблизи Седриса корабли 8-го легиона, оттеснив флотилию ангелов с орбиты мощнейшей бомбардировкой, сравняли с землей любые замеченные укрепления ангелов. Те, кто выжил, истреблялись с маниакальной жестокостью, что привело в настоящий шок их союзников белых шрамов. Чимкин Хан взял пленников под свою защиту, что помогло избежать им мрачной участи в свежевальных ямах 8-го легиона. Этот поступок не принес ему уважения в глазах сыновей ночного призрака. Но мало кто был способен встать на пути у командира ветеранов 5-го легиона. После Седриса белые шрамы не предпринимали особых попыток присоединиться к набегам повелителей ночи. Генерал
генеральное сражение же развернулось на Горниле. Предателей было слишком много. Флотским соединением темных ангелов не удалось удержать их вдали от орбиты, и 8-й легион начал высадку. Спустившись сквозь бурю артиллерийского огня на орбите, повелители ночи столкнулись с тщательно подготовленными оборонительными позициями 1-го легиона, расположившимися вокруг развалин уничтоженного улья Горнила. Изобретательная структура взаимосвязанных траншей и баррикад загоняли атакующие в заранее пристреленные зоны поражения тяжелого вооружения и артиллерии. Хаос, вызванный непредсказуемой атакой Кёрза, подготовил почву для наступления повелителей ночи. Инициативу взяли на себя титаны Легио Викторум и их исполинские пушки пробивали дыры в оборонительных линиях и взрывали укрепленные бункеры одним единственным залпом, находившимся у ног колоссов звери Абхуманы, и тяжелая штурмовая пехота повелителей ночи хлынули вперед и сошлись в жесточайшей сече с мечниками крыла смерти, которые отказались отступать даже перед лицом чудовищного превосходства вражеских сил. Линейная пехота 1-го легиона провела организованный отход, ведя повзводный огонь по мере продвижения ко второй линии обороны, в то время как Ординатус и Сагитар избрали предательских титанов в качестве мишеней. Темный ангел, высокоорганизованный и непоколебимый в обороне, пользовались каждой возможностью, дарованной им разрозненным наступлением неприятеля, и проводили стремительные контратаки, чтобы в любой момент сломить наступательный импульс повелителей ночи. В случае с любым другим противником этого было бы достаточно, однако в случае бесчисленного воинства повелителей ночи подобные действия лишь оттягивали неизбежное. Конрад Кёрз был в самой гуще битвы, прорубаясь сквозь оборонительные порядки космодесантников 1-го. Ход битвы его явно не заботил. Пусть командует Сиватар и Барбатос, ночной призрак лишь желал добраться до своего брата. Лефель Джонсон, как более хладнокровный и прагматичный военачальник, сознавал всю тяжесть положения, и легион был куда важнее, чем дуэль с Кёрзом. Но фактор примарха на поле боя игнорировать было нельзя. Поэтому Лев бросил против Кёрза оставшийся Эксциндио, но даже ужасы древней ночи не были в состоянии совладать с его мощью. Однако их вмешательства хватило, чтобы остановить примарха и удержать его боем на периферии сражения, чем и воспользовался Лев Эль Джонсон, атаковав силы 8-го по центру. В предательской орде возникла громадная брешь, сквозь которую ринулись в атаку собравшиеся вместе темные ангелы. Оставив на укреплениях ночную стражу, воители Льва бросились в бой. Обе стороны сошлись в кровопролитнейшем бою. Темные ангелы, малым числом, однако сплоченные и сражавшиеся под началом своего примарха против повелителей ночи, недисциплинированных, но свирепых и обладающих немалыми силами. Расчет был прост. Во что бы то ни стало отбросить противника за линию укреплений в надежде на то, что повелителям ночи не хватит ни сил, ни организованности на второй штурм. В течение нескольких мгновений судьба сражения балансировала на грани. Обе стороны находились на волосок от победы. Ни одна из них не желала уступать противнику ни пяди земли. Но в игру вступили белые шрамы. Находившийся в затруднительном положении флот темных ангелов не сумел помешать кораблям 5-го легиона выйти на орбиту Горнила. Подразделения 8-го расступились перед наступлением белых шрамов, предоставив кузенам доступ к зонам высадки над самым сердцем битвы. Прибытие 3000 ветеранов 5-го легиона стало катастрофой. Катастрофой для повелителей ночи, ибо Чин Кин Хан сделал свой выбор. За его ударом последовала контратака Льва, уничтожающего каждого изменника, что осмеливался противостоять ему. Повелители ночи были вынуждены бросить собственную ауксилию на произвол судьбы и начать поспешную эвакуацию. Сиватар и Барбатос едва ли не силой уносили с поля битвы кричащего ночного призрака, который требовал от своего брата сойтись лицом к лицу. Отпрыски Конрада Кёрза предпочли бегство первой победе. Таким образом, они упустили шанс погасить пламя надежды, питавший легион темных ангелов. Им удалось сохранить большую часть численности, и все же победу пришлось уступить 1-му легиону. После завершения побоища Чин Кин Хан преклонил колено перед львом посреди заваленного трупами и объятого пламенем поля битвы. Белые шрамы предложили повелителю 1-го свои клинки и свои жизни во имя искупления совершенной ошибки.
Эвакуация с Горнила дорого обошлась повелителям ночи. Вернуться обратно на свои десантные корабли удалось лишь четверти сражавшихся воинов. Теперь, когда на стороне лоялистов оказалась и численность, и фактор внезапности, а ночной призрак не мог вмешаться, темные ангелы отплатили предателям за резню на Истване 5 с холодной яростью, на которую повелителям ночи было нечем ответить. В ходе операции на Горниле 6 усиленных орденов 8-го легиона, в общей сложности около 12 тысяч воинов, вступили на поверхность вместе с 50 тысячами солдатами Ауксилий и 18 титанами Легио Викторум. Лишь небольшой части этих войск удастся эвакуироваться с планеты в целости и сохранности, и даже среди ускользнувших далеко не всем окажется под силу выбраться из системы. Большинство из них падут в бою или при попытке бегства после контратаки темных ангелов. Менее 5000 человек все-таки сумеют покинуть систему. В большинстве своем это будут резервные части, даже не сошедшие со своих десантных кораблей. Все до единого из задействованных в кампании титанов Легио Викторум, именуемых убийцами врагов, полегли на полях смерти Горнила. Но тревожные новости Стромаса заставили забыть ангелов о блестящей победе. Говорят, что даже бросок белых шрамов не спас бы первый легион, будь у повелителей ночи все силы, на которые рассчитывал Сиватар и Барбатос, так как среди всех военачальников 8-го легиона только один проигнорировал призыв ночного призрака. Накрит Тол, безликий принц, вся ненависть которого была сосредоточена исключительно на планете Трамас, где 2 года назад его так хорошо встретили. Тол отказался бросить осаду полуразрушенного мира и оставил верных ему бойцов на позициях. К тому времени столица сектора находилась в ужасном положении. Постоянные налеты и бомбардировки опустошили поверхность планеты. Окружавшие Трамас луны и астероиды находились под полным контролем Накрида. Однако сам мир продолжал сопротивляться. Численности оставшихся с Накридом Толом легионеров едва ли хватало на что-то более, чем поддержание системной блокады. Однако полный стремлений свершить свою окончательную вендетту безликий принц обратился к еще более гнусным средствам, вызвав самых дальних уголков восточной окраины Улан-Худу. В годы, предшествующие Трамасскому крестовому походу, Улан-Худа была не более чем слухом, мрачной легендой, которую шепотом пересказывали наиболее смелые капитаны-хартисты, известная также под именем Кузницы Хищника. Она представляла собой чудовищное порождение отвратительной, извращенной технологии, которая рыскала по системам за пределами Империума и пожирала целые миры в стремлении утолить свой голод. Всплывшая со временем правда окажется не менее устрашающей, чем легенды, во многом по той причине, что история Кузницы Хищника окажется куда более невероятной, чем любая сфабрикованная басня. Улан-Худа начинала как второстепенный мир Кузница, застрявший в изолированных системах, позднее получивших имя Вурдалачьи Звезды. Именно там его архимагасы, отрезанные от всякой помощи и поддержки, окруженные со всех сторон полчищами мерзких ксеносов, узрели единственный ключ к выживанию – превратиться в нечто куда более ужасное, чем их враг. В условиях крайней необходимости лучшие техножрецы Улан-Худы изменили свой дом с помощью технологий, которые Марс с давних пор считал запретными, поскольку их использование могло нанести вред самой материи космоса. Глубоко в ядре Улан-Худы были созданы несколько техномагических двигателей, позволявших планете не просто перемещаться в пространстве, но еще и пребывать напрямую в варпе, двигаясь от одной системы к другой. Улан-Худа стала настоящим бичом окружающих регионов, подавляя тех, кто был слабее ее, избегая от более сильных. Сокрушенные ей государства становились добычей Кузницы Хищника. Целые миры превращались в месиво из расколотой земли, а их граждан ожидала переработка в сервиторы и когитаторные ядра. Призыв Тола не остался без ответа. Улан-Худа приступила к пожиранию дальних миров системы. Режущие лучи многокилометровой толщины и армады дронов-сервиторов быстро расправлялись с громадными глыбами, двигающимися по удаленной от Трамаса Солнцу орбитам. Затем Кузница обратила свой взор на добычу, обещанную ей Накридом Толом. Смерть явилась за Трамасом, и немногочисленные уцелевшие корабли лоялистов сорвались с орбиты обреченного мира, надеясь успеть донести весть об отчаянном положении секторальной столицы Льву.
Эль Джонсон отказался тратить свои силы в массированном штурме, направленном на прорыв обороны и захват Трамаса, но даже если бы захотел, столь изматывающая кампания вряд ли была бы завершена вовремя, чтобы помочь осажденному миру. Впрочем, Лев не мог допустить утраты столь важного ресурса без боя, в связи с чем собрал группу избранных бойцов, которые должны были осуществить атаку. Минуя основные кордоны предателей и нанести удар непосредственно по Трамасу, ядро ударного отряда составило 1000 ветеранов Крыла Смерти, поклявшихся защищать своего примарха любой ценой. То были ветераны побоища на Горниле, уцелевшие воины из остатков нескольких разбитых рот, усиленные выжившими бойцами Ордена Багрового Льва и претора Корсвейна, завоевавшего свое место благодаря своей исключительной доблести и ратному мастерству. Последней составной частью пестрого воинства стали откликнувшиеся на призыв Чингисхана легионеры белых шрамов. Быстрый бросок к Трамасскому сектору был сопряжен с немалым риском, но в то же время явился насущной необходимостью, ибо верные служители трона не располагали достаточным временем на обход колоссального болота эфирных водоворотов и вихрей, поразивших эту область космоса. Потеряв при переходе два капитальных звездолета, ударный корпус примарха прибыл на Трамас. Вдоль орбиты со всех сторон проплывали исполинские остовы погибших кораблей. Мимо них пролетали разбитые эскадрильи тех, кто все еще продолжал сражаться. Уцелевшие корабли Трамасского флота и вооруженные суда капитанов-хартистов бились насмерть с полуночными пустотными левиафанами Повелителей Ночи и спаянными из металлолома барками Улан-Худы. То было подлинное воплощение безумия, ад вращающихся обломков, в котором правил Бал, раздувшийся кошмар в облике хищной кузницы. Эль Джонсон не пытался вовлечь затяжное противостояние Повелителей Ночи или их союзников из числа темных механикумов. Вместо этого он воспользовался объединенной мощью своих кораблей, чтобы проложить путь к надвигающейся громаде. На поверхность Улан-Худы обрушился не ураган лазерных лучей и снарядов, а одни лишь десантные капсулы и штурмовики, в то время как крупные корабли под командованием Корсвейна старались держаться на расстоянии и использовали всю свою огневую мощь в ужасающем пустотном противостоянии. Под предводительством самого Льва Эль Джонсона силы лоялистов ворвались в самую гущу вражеской орды. Поручив Белым Шрамам и Чингисхану охранять зоны высадки, легионеры первого бились не на жизнь, а на смерть среди запутанных коридоров и залов кузнечных заводов Улан-Худы, что сливались в один гигантский безумный лабиринт. Разделившись на более мелкие подразделения, чтобы наилучшим образом воспользоваться своими навыками и расколоть вражескую орду, Астартес приступили к штурму артиллерийских бункеров и кузниц, уничтожая их с помощью мельтозарядов, и сразу же двигались к новым целям. К сожалению, весь объем нанесенного ими ущерба для хищной луны был не более чем раздражающей мелочью, не способной замедлить ее продвижение или остановить атаку на Трамас. Пускай Лев и его сыновья разрушили десятки громадных лэнс-излучателей, сотни других продолжали функционировать и медленно накапливать заряды, чтобы вскрыть свою жертву и превратить ее города, эту каменную плоть Трамаса, в пищу для кузницы Улан-Худы. Чингисхан тоже не сидел сложа руки, пока Лев сражался на передовой. Прославленные разведчики Белых Шрамов обнаружили скопление нестабильных генераторов, похороненных глубоко под поверхностью и тщательно оберегаемых исполинскими автоматами часовыми. Легионеры Братства Расколотого Щита атаковали защитников автоматонов в полную силу, врубаясь в ряды вражеских построений с самоубийственной яростью. Они не пытались истребить неприятеля целиком или же захватить плацдарм. Вместо этого шрамы платили собственными жизнями, дабы изолировать доступ механику к громадным подземным реакторам. Тем временем сам Накрит Тол, безликий принц, повел свой флот супротив кораблей Корсвейна, ибо никто не смел помешать его возмездию Трамаса. В связи с этим командующий Темных Ангелов лишился возможности помочь своим братьям на поверхности, которые к тому моменту столкнулись лицом к лицу с архитектором безумного творения, именуемого Улан-Худой, существом, записанным на скрижалях истории под именем Ведьмака Трамаса. Зависшее внутри механического чистилища существо, что не было по-настоящему ни живым, ни мертвым, управляло ордами своих рабов с леденящей кровью бесстрастной логикой. Оно, без сожаления, приносило на алтарь войны жизни десятков своих подопечных ради победы над Львом и его компаньонами из Крыла Смерти. Калибанские клинки отбивали удары стальных когтей автоматонов, однако ей удалось добиться изначальной цели, обездвижив темных ангелов, сковав их боем в одном месте и лишив возможности продолжать саботаж.
В попытке сокрушить ведьмака Трамаса, Лев повел в бой ударный клин дредноутов Легиона. Никому не удастся узнать, сколько впечатляющих подвигов и великолепное боевое мастерство продемонстрируют в этой бойне горстка отчаянных храбрецов, балансировавших на грани полного уничтожения, облаченные в благородную белизну легиона великого хана. Воители противостояли бурлящей орде машинных ужасов. Немногим среди легиона Састартес оказалось под силу совершить схожий подвиг. Оборванные и окровавленные шрамы смогли пронести мельтозаряды через мрак этой преисподней. Скрытое сердце Улан-Худы, последнее, что услышали командиры темных ангелов от братства расколотого щита, стала фраза: «Скажите хану, что мы...» Когда первый легион оказался на грани краха, в игру вступил сам Лев. Вырвавшись из патовой ситуации, темные ангелы взяли башню штурмом и рассеяли стоявших у них на пути металлические орды Улан-Худы. Проведя эвакуацию, уцелевшие бойцы первого легиона покинули мерзкую луну, доверившись последней жертве Чимкин-хана. Металлическая шкура Улан-Худы изогнулась и деформировалась, истекая горящим газом и оставляя за собой шлейф из обломков своих залов. Изувеченная луна скрылась за пеленой ползущих молний, после чего открылся варп-портал, и хищная кузница покинула систему Трамас, оставив разрушенную и опустошенную планету в руках лоялистов. Как бы то ни было, победа в сражении станет слабым утешением как для сломленных обитателей Трамаса, так и для темных ангелов. Пробудившийся голод Улан-Худы и ярость ответного удара темных ангелов оставили от некогда гордого мира жалкие развалины. Несмотря на спасение от страшной участи в железном кулаке магистра войны и когтях хищной кузницы, жители Трамаса не горели желанием предаваться празднествам. Цена их спасения оказалась практически столь же горькой, как и судьба, которую они избежали. Конец битвы за Трамас ознаменовал собой начало второго года Трамасского крестового похода, и хотя инициатива перешла к темным ангелам, до окончательного разгрома неприятеля все еще было далеко. Мятежники по-прежнему контролировали множество миров сектора Трамас и практически весь сектор Эгида. Свободной от их влияния оставалась разве что область космоса вокруг Гульграда. Многие из миров бастионов все еще держали оборону, угрюмо сопротивляясь колоссальным разрушениям, что нанесла им долгая осада предателей. Теперь, когда повелители ночи оказались под сильным давлением со стороны темных ангелов вдоль линии фронта на Трамассе и медленным, но неотвратимым приближением войск Стигруса через зону боевых действий на Верстуне, в связи с чем громадные армии, окружавшие Гульгарад, отступили ради сражения с первым легионом. Неожиданное прибытие свежих сил позволило повелителям ночи вернуть Яэлис, однако в свою очередь наступление легионов Гульгарада привело к падению Партака, чьи ресурсы будут высосаны досуха ради подпитки истощенных гульгарадских кузниц. Обе стороны явственно приближались к истощению. Большая часть некогда могучей промышленной базы восточной окраины лежала в руинах. Множество населенных пунктов подверглись уничтожению, а темп боевых действий начал замедляться. Планетарные губернаторы, командиры ополчений и мелкие военачальники по ту сторону восточной окраины созерцали разрушения, посеянные сражающимися воинами легиона Састартес, гадая о том, чему же суждено будет остаться, когда одна из сторон наконец-то провозгласит себя победителем. Граждане Империума взирали на сверхчеловеческих воинов, которых когда-то считали героями и освободителями, но видели перед собой лишь оружие, лишенная сильной руки, способной направить их удары. Расположенные на дальнем востоке галактики миры погрузились в пучину истинной паники. Многие из тех, кто оставались на пограничных мирах, уходили подальше в безлюдные территории и пытались спрятаться, в то время как обитатели густонаселенных планет, считавшихся важнейшими узлами сектора, массово грузились на корабли в стремлении бежать и спастись. Порядок начал рушиться. Многие планеты замолкали после того, как лишились грузов с провизией или же подверглись вторжению ксеносов. Империя, за которую они так яростно боролись, вступала в период медленного распада.
Еще до сражения на Горниле было понятно, что Конраду Кёрсу давно нет дела до стратегических планов Хоруса по овладению ресурсной базой восточной окраины. Ни о каком стратегическом планировании в лице примарха более не было и речи. Оттого и был необычен призыв Конрада Кёрса для Сиватара, Барбатоса и Шенга. Но более всего командующих удивил приказ их примарха послать приглашение на переговоры ангелам и лично повелителю Калибана Льву Эль Джонсону приглашение встретиться на Цагуальсе. Дар, или как считал Кёрс, проклятие прозревать будущее, загоняли примарха повелителей ночи все дальше и дальше в пучину безумия и апатии. Образы грядущего нередко сливались с картинами далекого прошлого. Он вспоминал первые годы своей жизни в грязных переулках, погруженного в вечный мрак Нострому, пришествие своего отца, принесшего свет своей империи туда, где его никогда не было. Годы подготовки и тренировок в третьем легионе под присмотром надменного и столь сильно являющего их различия Фулгрима. Бесчисленные кампании по приведению к согласию, где он стал жестоким оружием в руках тирана. Прошлое сменялось тем, что только должно произойти. Будущее вечной войны всех против всех, где правят невежество и религиозное мракобесие, орды ксеносов, пожиравших целые сектора, и волны безумия хаоса, наводняющих мир бесчисленными армиями демонов. Хорус, Истван 5, труп на троне, ассасин храма Калидус, что заберет его жизнь, Ностромо, Фулгрим, хаос, убийца, которую к нему отправит его собственный отец, смерть на Цагуальсе. Итак, по кругу, день за днем, месяц за месяцем, круговорот безумия, сотканного больным разумом из осколков прошлого, настоящего и грядущего. Наверное, того ночной призрак раз за разом и бросался в убийственные атаки, дабы доказать, что нет никакого прозрения, нету галактики в огне, не будет имперского ассасина, получившего приказ от отца убить сына. Он погибнет здесь и сейчас, а не годы спустя на Цагуальсе. На Цагуальсе все изменится сейчас, на проклятом мире Цагуальса. Это ловушка, единогласно заявили командиры первого легиона. Никаких сомнений быть не может. Очередная мерзкая уловка отродий восьмого легиона и их ублюдочного примарха, на которую и реагировать-то не стоит. Однако Лев Эль Джонсон был иного мнения. Дальнейшее развитие конфликта балансировало на острие ножа. Недавняя победа при Трамассе и Горниле наконец-то обеспечила преимущество войскам лоялистов, но его можно было легко лишиться после одной единственной серьезной неудачи – войне, что длилось уже два долгих года, когда в стремлении удержать горстку миров гибли многие тысячи сыновей самого Льва, а также бесчисленные миллионы солдат и простых граждан. В случае продолжения этой братоубийственной бойни число погибших будет продолжать расти, пока у первого легиона больше не останется сил, чтобы прийти на помощь Терри в ее последний час. Если эта кампания не может разрешиться военным превосходством, то она завершится смертью одного из примархов. Так что призыв Конрада Кёрса не мог остаться без ответа. Хотя Лев прекрасно сознавал, что все это может быть ловушкой, но ради собственного легиона и Империума прославленный рыцарь Калибана был обязан шагнуть в эту западню. Примарх Темных Ангелов не мог позволить себе увести значительные силы с линии фронта, ибо слишком уж был велик риск утраты большего количества миров. Прославленный рыцарь предполагал, что именно это и было целью планов Кёрса с самого начала. С ним пойдет один единственный капитул. Сила, достаточно крупная, чтобы постоять за себя в случае западни, и в то же время не слишком большая, чтобы подвергнуть опасности ход широкомасштабной кампании, продолжавшей бушевать на восточной окраине. Небольшой флот 8-го легиона
ожидал своих кузенов на дальней орбите Цагуальсы. Не было попыток атаки и даже прицеливания. Более того, едва темные ангелы приблизились к бесплодному миру в боевом построении, они тут же получили короткое сообщение с приглашением льва на поверхность для встречи с его братом. Условия были просты. Обе флотилии останутся на достаточном удалении от места встречи. Каждый примарх может взять с собой по два сопровождающих, Алайош и Корсвейн из 9 ордена со стороны льва. Первый капитан Повелителей Ночи Сиватар и лорд-командор Шенк со стороны Конрада Кёрза. Брат мой, я скучал по тебе. Что с тобой случилось? Спасибо, что пришел. Я рад тебя видеть. Я спрашиваю тебя в первый и последний раз, почему ты предал нашего отца? И я мог бы спросить тебя кое о чем, брат. А почему ты не предал? Наш отец поручил мне привести на Терру твою голову. Мой отец ничего тебе не поручал, поскольку он прячется в своих донжонах, коллекционируя тайны вселенной и ни с кем не делится ими. Ларгар и Магнус видели все, что наш отец хотел бы оставить в тайне. Так что не прикрывайся этой милой маленькой ложью, лев. Ты ищейка Дорна, примчавшаяся сюда, к восточной окраине, потому что он тебе приказал. Ну же, брат, давай будем честными, окажем друг другу такую услугу. Я ведь знаю Дорна, он послал тебя исполнить то, что боялся сделать сам. И я пришел не для того, чтобы играть словами, Конрад, а чтобы завершить крестовый поход. Поговори со мной, брат, выслушай, ответь на мои вопросы и тогда решай, должны ли мы продолжать эту войну. Тебе не смутить меня своими лживыми словами. Хорус лично поручил мне передать тебе эти слова. Все мы и каждый слишком жестокое и опасное оружие, чтобы владеть им безнаказанно. Это все, что останется от нас в истории, даже от тебя, лев. Ты недооцениваешь империум нашего отца. А ты переоцениваешь человечество? Взгляни на нас. Посмотри, как мы воюем последние 2 года. Тут, в пустоте, крестовый поход между 2 легионами и бесчисленным множеством миров. И это только начало. 2 года ты гонялся за мной по бесчисленным полям сражений. А почему мы встретились сегодня? Потому что я так решил. Ты прячешься по щелям, будто хищник с приходом зверя. Ты ни за что не доберешься до Терры вовремя, чтобы защитить ее, брат. Варп тебе не позволит. Не позволит крестовый поход. Не позволю я. Думаешь, архивисты будущего благосклонно воспримут твое отсутствие? Или может человеческие потомки Империума станут читать твою легенду и украдкой сомневаться в ней? Вдруг они спросят, почему тебя не было там, чтобы защитить тронный мир? И станут твердить заведомую ложь, будто лев был не настолько преданным и честным, как могучий и непогрешимый Рогал Дорн. Быть может, лев и его темные ангелы отсиживались в глубинах космоса, высматривая, выслушивая и решая вступить в битву, лишь когда станет виден явный победитель. Вот твоя судьба, лев, вот твое будущее. Прости меня, брат. За что? За такой подлый удар. Мне все равно, кто будет знать правду сегодня, завтра или через 10 тысяч лет. Верность сама по себе награда. Каждой из сторон требовалось чуть менее 10 минут, дабы высадиться на месте встречи, которая превратилась в место дуэли. Дуэль, в которой счет шел на доли секунды. Удары примархов были подобно молнии. Но слова Кёрза, продолжавшего говорить несмотря на раны, били льва не хуже когтей. В какое-то мгновение ночному призраку удалось сбить с ног владыку Калибана. Магистр Алайош заплатил жизнью, прикрыв боем Корсвейна от атак Сиватара и Шенга, дабы тот смог прийти на помощь своему примарху.
следующие события нельзя будет назвать упорядоченной и как следует спланированной битвой. В ней не найдется места тщательно скоординированному взаимодействию, разработке стратегии и целевыми задачами. То, что творилось на поверхности Цагуальси, можно было сравнить разве что с массовой дракой невиданных масштабов. Оба примарха сражались до тех пор, пока не вымазались в крови неприятеля с головы до ног, изрыгая проклятия и обмениваясь ударами с равной степенью злобы. Запятнавшая их кровь и пылающая ярость стерла все различия между владыкой Калибана и королем ужасов. Восемьдесят два дня прошло после схватки с Конрадом Кёрзом на пустынной планете Цагуальса. За эти 82 дня почти полностью зажили тяжелые раны, нанесенные льву когтями ночного призрака. Это была грозная битва, в которой использовалось воистину жестокое оружие. Ядовитые слова Кёрза накрепко засели в сознании льва, подобно острым шипам, ибо в конечном итоге оказалось, что между двумя братьями гораздо больше общего, чем различий, а статусы лоялистов и предателей не значат ровным счетом ничего. Все мы – жестокое оружие, и дальнейший характер кампании на Востоке подтверждал это. В отличие от предшествующих вторжений, действия Повелителей Ночи более были рассчитаны не на создание крохотных империй или же распространение любимого оружия Повелителей Ночи – страха. Вместо этого 8-й легион провозгласил кампанию выжженной земли. То, что они не могли удержать, ожидало уничтожения, и над восточной окраиной занялось зарево пожара, в котором легионеры могли утолить свою злобу и гнев. Там, где Повелители Ночи встречали первый легион в количестве, внушающем определенные опасения, они отступали. Когда льву удавалось загнать их в угол, они отступали. Сыновья Ночного Призрака не давали темным ангелам ни шанса на решающую битву. Лишенный возможности сбежать от своих кошмаров, Кёрз решил продемонстрировать восточной окраине возможность узреть то, что преследует его самого, погрузить в отчаяние душу своего благородного брата и развеять сомнения, поселившиеся в его душе со времен битвы со львом на Цагуальсе. Трамасский крестовый поход перестал быть кампанией за контроль восточной окраины, превратившись в ее погибель. Там, куда приходили сыновья Кёрза, не было места ни для славных сражений, ни для дерзких последних боев, а только жестокая расправа со всеми, кто не представлял для восьмого ценности в качестве рабов. В свою очередь Лев приступил к воплощению своей собственной мрачной стратегии. По его приказу, миры, защитить которые от нападений Повелителей Ночи не представлялось возможным, сравнивались с землей, дабы гарантировать, что никто не сможет извлечь выгоду от обладания ими. Немногочисленные второстепенные миры, избежавшие разорения со стороны Повелителей Ночи, пали перед темными ангелами, чье неистовство привело к таким же колоссальным разрушениям, как и в результате действий 8-го легиона. Завершив воплощение тактики выжженной земли, первый легион сосредоточил своих воинов и стратегическое сырье в тех мирах, которые счел достойными защиты. Небольшие колонии или мелкие кузницы, чьи ресурсы были слишком скудны для поддержания гарнизонов, вдобавок для обороны каждого отдельно взятого форпоста сил, оставшихся у лоялистов просто-напросто не хватало, были оставлены, а их обитателям пришлось отправиться на поиски нового дома после сожжения своих городов. Все эти прагматичные с точки зрения логики действия отличались, тем не менее, немалой жестокостью, и жителям Трамаса теперь оставалось только наблюдать, как те, кого они когда-то приветствовали как героев Великого Крестового Похода, разрывают на части восточную окраину. Несмотря на суровость новой стратегии темных ангелов, в целом она оказалась малоэффективной. Наиболее крупные из оплотов лоялистов теперь были практически неприступны для легиона Повелителей Ночи. Они усиленно охранялись и укреплялись, однако Повелители Ночи все чаще оставались угрозой, которую нельзя было поймать или навязать ей бой на своих условиях. Что еще хуже, темные ангелы самолично завершили то, что начали Повелители Ночи. Систематическое разрушение коммуникационных и инфраструктурных связей, скреплявших восточную окраину. Люди перешептывались, что милосердие льва не менее ужасно, чем гнев ночного призрака, ибо ни один из этих превозносимых владык войны не заботился о последствиях устроенной ими кровавой бойни, только о самой войне, нескончаемом конфликте, для чего и были выведены примархи.
Поразительно, Лев одержал победу во всех битвах, но проигрывал эту кампанию. Но и это было не все. Слова Кёрза ядом подтачивали разум Льва. Разве чистые ангелы не могут пасть? Как давно ты не ступал на землю Калибана, гордец? Что ночному призраку было известно о положении дел на родном мире Льва? Пал? Присягнул магистру войны? Жив ли его отец? Все скрывала пелена непроходимых варп-штормов. Однако, если бы Империум пал, то сюда давно бы прибыли другие его братья, жаждущие расправы над непобедимым Первым Легионом. Значит, война еще идет. Хорус уничтожил три верных легиона, но кулаки Дорна и собаки Руса навряд ли так легко пали, не говоря уже о свирепых ангелах Сангвиния. Доподлинно известно, что ультрамарины точно живы. Ультрамарины сражаются, ибо с Ультимы доходили астротелепатические сообщения с призывом всех лояльных сил вступить в Империю Секундус. Вторая Империя? Возможно ли, что его брат, подобно Хорусу, предал отца? Верить более нельзя никому. Лев не мог похвастаться избытком доверчивости даже до ереси. И все же оказался одураченным. Пертураба использовал положение брата, чтобы обмануть Льва. Под личиной союзника скрывался лжец, который, заполучив разрушительные военные машины Диаманта, обратил это оружие против слуг Императора. Лев поддался манипуляции и теперь страдал от стыда и угрызения совести. Никогда больше он не поверит честному слову своих братьев. Примарх одновременно и находил ложь правдоподобной и презирал самого себя за это. Его решимость разъедала порожденный этим состоянием яд. Поклясться, что Тарамас не будет отдан повелителям ночи, было просто. Вести войну против врага, который избегал борьбы, совсем иное дело. Ночи проходили чередой, перспектива вступить в решающее сражение таяла, а желание вернуться на Калибан и удостовериться, что там все в порядке, усиливалось. И все же Лев не мог бросить войну, не ради возвращения на Калибан, как того желал ночной призрак, не ради попыток пробиться к Терри, не для экспедиции в Ультрамар, но и тратить еще 3 года на войну в разоренных секторах будет сродни катастрофе. Ключ к разгадке этой проблемы занимал примарха Первого Легиона Темных Ангелов всецело, и похоже, решение было найдено. Фоновый поток астротелепатии едва отличимый, самый обыкновенный, за исключением того, что в нем упоминался легион Гвардии Смерти, легионеры Мартариона в пределах Трамаса, самое большое 1000 воинов. В некоторых местах сообщений упоминалась также оперативная группа Железных Рук, и все это в системе Пердитус. Малоизвестный мир, экспериментальный комплекс Механикум с ярко выраженной варп-аномалией, Штиль. И это при том, что варп-шторма окутали половину галактики. Лев знал об этом месте, ибо сам вместе с воинами Гвардии Смерти покорил эту систему во имя Императора. Пердитус имел свое предназначение, она была засекречена и стала запретной для всех легионов. Однако у Гвардии Смерти, кажется, другие планы. Из-за ерунды первый капитан 14-го легиона Калос Тифон не стал бы тратить время. Те технологии, что находятся там, ни при каких обстоятельствах не должны попасть в руки предателей. После Цагуальцы Лев более не рассчитывал на быстрые атаки малыми силами. Нужно тотальное превосходство. Для операции была собрана целая оперативная группа в 30 тысяч Астартес, 4, 6, 9, 16, 17 и 30 ордены сконцентрируются в Ваалами. Да, если уменьшить давление в Тормасском секторе и слишком ослабить силы, Кёрс отлично порезвится в системах, которые ангелы не сумеют защитить. Пусть так, важен будет итог. Этот риск Лев обязан взять на себя. Пердитус — это то, о чем нужно было вспомнить уже давно. Джонсон не без основания полагал, что это может стать ключом к победе в Тормасском крестовом походе. И чутье не подвело примарха. То, что удалось заполучить на Пердитусе, превзошло все ожидания Льва Эль Джонсона. В рядах Первого Легиона захваченный Львом Эль Джонсоном на Пердитусе приз именовался просто «Привратником» или «Ключом». Именно благодаря его использованию Льву удалось избежать ярости великих штормов, захлестнувших большую часть галактики. То был ключ к победе в Тормасском крестовом походе.
победе полной и безоговорочной, в связи с чем никто не посмел подвергнуть сомнениям ни действия подобного инструмента, ни окружавшую его секретность. Руководившие ходом военных действий великие и могучие пришли к соглашению, что такой приз стоит жертвы Трамаса и сколь угодно великого числа иных миров, поскольку с его помощью они обретали возможность карать предателей и безнаказанно наносить удар по их флотским соединениям. Если же о подобных вещах заговаривал сам Лев, он называл их необходимым злом, инструментом, которым следует воспользоваться в случае острой военной необходимости, а затем отложить в сторону. Одна единственная запись, скрытая в глубочайших хранилищах Терры под хитроумными замками, скрепляющими посвященные изучению пси-арканы запретные фолианты, дает этому инструменту имя, звучащее со зловещим предзнаменованием. Она именует его Тухулхой, слугой смертоносных морей. Тухулка не имел физической природы, не то варп-сущность, не то аномалия. Живой механизм, который удалось поймать механикум Пердитуса. Живой механизм, использующий в качестве интерфейса для общения тела смертного ребенка, мог необычайно точно и быстро совершать варп-броски без использования навигаторов. Тухулха обладал разумом и по странному стечению обстоятельств благоволил примарху первого легиона Льву Эль Джонсону, добровольно согласившись выполнять распоряжение повелителя Калибана, хотя и имел возможность передать себя в руки Железных Рук или Гвардии Смерти Тифона, что оспаривали право владеть им. По неподтвержденным данным, Тухулха входил в триаду подобных устройств Ура-Борос, находившийся на Калибане, и Чумное Сердце неизвестного происхождения, по легендам, объединение которых даст власть над пространством и временем. Внезапный уход Льва и снятие с фронтов 30 тысяч темных ангелов стали настоящим кошмаром для лояльных секторов и систем. Удар 10-тысячной орды повелителей ночи на Кредатола проломили шаткую оборону сектора, едва восстановившуюся после битвы с Улан-Худой. Лишь губернаторский дворец держался стойко до прибытия Астартес Мадрук Седраса, но и его приход заключался вовсе не в облегчении участи Трамаса или спасении ее жителей, а в полном истреблении повелителей ночи, ступивших на поверхность этого мира. Столкнувшись с гораздо более многочисленным флотом темных ангелов, чьи реликтовые суда существенно превосходили в открытом бою корабли 8-го легиона, флотские силы повелителей ночи практически утратили шанс на победу. Даже когда на орбите Трамаса вспыхнула короткая, но жестокая пустотная битва, Накритол повел своих людей на штурм дворца, не желая сдаваться даже перед лицом безнадежной борьбы. Гибель Трамаса не поколебала чашу весов войны. Повелители ночи продолжили оставаться страшной угрозой для лоялистов, несмотря на все свои немалые потери. Казалось, что убийства будут продолжаться до тех пор, пока в сегментуме не останется ничего, кроме руин и трупов. Однако в скором времени прибыл Лев, завершивший свою тайную операцию. Имея в распоряжении такой инструмент, как Тухулха, владыка Калибана решил закончить кампанию одним решающим ударом. Проведя тщательное изучение обломков разбитых кораблей 8-го легиона, удалось выяснить, что резервный пункт сбора ночного призрака находится на развалинах Шиола-9. Разоренный и покинутый мир, затем необходима была приманка, для удара по которой ночной призрак призовет к сбору на Шиоле свои основные силы. Таковой станут Магас и Гульгарада, чьи силы будут удалены с ненавистных бастионных миров, оголяя фронт. Механикум Гульгарада давно гоняли за своими злейшими врагами в лице Легио Викторум, поэтому Льву было нетрудно направить их, предоставив информацию о местоположении последних. Завершающим этапом операции станет удар, тотальное превосходство в силах, но самое главное — скорость и внезапность этого удара. Раньше были необходимы империя-регистраторы дальнего обнаружения, передовые эскадрильи для сбора разведданных, сведения разрозненных армат на окраине системы. Теперь Лев мог обрушить только капитальных кораблей более 300, менее чем в одной астрономической единице от внешних миров системы Шиол. Более Льва Эль Джонсона не волновало, может Кёрс предсказать эти удары или нет. Если удар будет нанесен с такой скоростью,
любой дар предвидения теряет значение. Попался.